картины рододендроны Камчатки, представленные мною в гранд-финал, навеян красотами Дальнего Востока России, где я долгие годы работала геологом-разведчиком, картографом, изучая этот замечательный край. Вот некоторые из моих работ. Уже позже, работая искусствоведом и экскурсоводом Гатчинского дворца-музея под Санкт-Петербургом, где прекрасно представлена была коллекция восточной живописи и фарфора Дальнего Востока, этого, прежде всего Японии и Китая, я освоила живопись в технике гухуа, параллельно с увлечением живописью маслом. Иногда я участвую в выставках, но не очень часто, в Санкт-Петербурге. И самым важным моим для меня достижением является выход в финал в 20-м сезоне Grand Golden Time. А в последней моей работе рододендронной Камчатки отразилось мое увлечение гравюрами Японии и Китая, где гора Фудзи напоминает Авачинскую бухту и Авачинскую сопку. О красотах эту картину, как напоминание о красотах Дальнего Востока России, я представляю на суд уважаемого жюри. Thank you.